В Новосибирске планируют снести здание Дома культуры имени Клары Цеткин в Ленинском районе. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. За работы готовы заплатить более 25 миллионов рублей. Отмечается, что Дом культуры был построен в Новосибирске в 1936 году. На данный момент здание не эксплуатируется. Его уже отключили от инженерных систем электро, тепло, водоснабжения и водоотведения. Также в документах говорится, что техническое состояние здания оценивается как аварийное.